Западная Армения вообще осталась у Турции, и она как бы оккупирована, вы понимаете, нет? А часть земель Карабаха, нашего Арцаха, тоже оккупирована азербайджанцем, в Мартунинском регионе, Мардакерском регионе. А как же? А Шаумянский регион? Это же армяне. Они же оккупировали эти. Да еще кричат, что мы оккупировали. Армяне вооруженные силы освободили, благодаря, в кавычках, агрессии Азербайджана. Эта территория освобождена. Ибо эта территория 16 марта 2021 года, непризнанные в мире Кемалистская Турция и РСФСР, разделили и передали Азербайджану Нахчеван и Карабах. Но на азербайджанский народ должен знать честно, а Алиев, вся его система, пропагандирует, что мы оккупанты. А ведь это их неправда. Вот, понимаете, а у нас это должно быть так, что это патриотично, что наши вооруженные силы, и надо говорить о нашей армии, патриотизм воспитывает любовь к нашей армии, к солдату, к офицеру, генералу, которые защищают не только границы Карабаха, ничего подобного, Арцаха нашего. Они защищают Армению, армянский народ, это армия. Вот и патриотизм надо воспитывать, любовь и уважение. Понимаете? А разве это... Потому что, вы посмотрите, Алиев, президент, что говорит. Вот говоря о патриотизме, надо сказать, в честь чего? Он что говорит? Он сейчас не говорит, что Карабах там захватил. Нет, он говорит, Ереван – это азербайджанский город. Что армяне живут на территории Азербайджана. Вы понимаете, какое нахальство? И это Академия наук там, они утверждают, что это так. И, понимаете, выступают, книги пишут, подкупают всех, значит, в различных институтах преподавателей, что вот так говори. Даже есть книгу, я видел, да, какого-то пятого или какого-то класса в Грузии, в Марнеуле, в школе азербайджанской, где говорят, что Тбилиси тоже их территория. Ну, это ж, ну, вот такого нахальства, знаете. Ну, а некоторые, которые очень слушают, даже верят в это дело. Азербайджан вообще, республика такая появилась в 18 году. В мире не было такого государства. Значит, ну не, я не против или кто-то по Азербайджану. Но появился. Азербайджан-то настоящий Азербайджан, здесь живут азербайджане, это в Иране. Но ты же тоже кавказский татарин, но создали тебе государство. Турки, между прочим, создали вместе с РСФСР. Ну живи себе. Нет, он стал на ноги и начал оккупационными делами заниматься. Понимаете? И полностью продолжает политику Турции по геноциду, по захвату земель, по распространению пантюркизма. Он хочет, говорит, вот мы когда-то дали Зангезур армянам. Извини меня, Зангезур, Нахчевань. Я же вам говорил, 16 марта. Ведь, между прочим, именно в это время, когда Красная Армия вошла и начала уничтожать и воевать против Армении, против Первой Республики, ведь был заключен договор, у нас документы есть, договор между Арменией и Республикой РСФСР. Протоколы были подготовлены, что вот эта территория каким образом. Ну да, там у нас в Зангезуре как бы люди воевали, армяне, которые не давали возможность оккупировать эту территорию. А как же? А как же? У нас... Армению всю захватила Турция, выгнала всех армян, 1,5 миллиона уничтожила. Теперь остался этот клочок земли, восточная часть, восточная Армения. Настоящая Армения должна была быть вот Трабзон, Эрзурум, Битлис, Муш, граница на западе. И вот сегодняшняя восточная граница Армении. Вот это Армения. А сейчас у нас восточная Армения. Вы понимаете? Вот. Надо же воспитать человека, армянина, я имею в виду, а для другого народа, по-честному сказать, как это было. И я должен воспитать его любовь и уважение к нашим землям, к нашей родине, к нашим предкам, к народу нашему, к территории нашей, к защите Отечества, не допустить того геноцида, который устроил Турция, а потом Азербайджан, продолжая политику Турции в Сумгаит, Баку, Кировабад и так далее. Не допустит.
Вы понимаете, раз он говорит, я пойду войной, ну извини меня, войной куда? Оказывается, Ереван, Армения считает, Армения это древнейшая сос Урарту идет, и это нахалы это себе считают, что они, ну живи себе, да. Вот они хотели, значит, Карабах. Карабах освободить. Как освободить? Значит, уничтожить народ, выгнать. Между прочим, Азербайджан, вот в чем патриотизм? Вот Азербайджан правопреемник Первой Республики, Мусаватистской Республики. Грузия тоже Первой Республики. А Армения ошибку совершила сейчас. Не приняла по закону вот, в 90-х годах как бы Первой Республики, как правопреемницей. А советской почти что. Не почти что, а точно. Так вот, Азербайджан правопреемник Первой Республики, когда вообще Азербайджана не было, а создали Мусаватистский, создали Первую Республику. Тогда Карабах не входил вообще. Карабах всю свою жизнь, это была территория Великой Армении, потом попала в состав, когда разделили 1500 году между Турцией и Ираном, и попала в масштабе и Персии. Аж в 1813 году по Гюлистанским и так далее договорам перешла в состав России, потом в Армении. У тебя никогда не входило. Нет. А теперь получила Карабах и Нахчеван, Азербайджан получил 16 марта 21 года. Так это советская уже республика стала. А ты Первой Республики. Куда ж ты тогда из второй? Что ты лезешь тогда в это дело? Поэтому территория освобождена, не оккупирована со стороны Армении, вооруженных сил. Она освобождена, справедливость восторжествовала еще со времен, за тысячу лет. Освобождена эта территория, и не лезь сюда, и не бросай оружием. Да, тебе повезло, у тебя есть нефть, продаешь эту нефть. В Армении нет нефти, нет этих долларов. Между прочим, это нефть, которую и армянин должен знать об этом. И, между прочим, армяне сыграли величайшую роль и место в Азербайджане, вот бывшей Бакинской губернии и так далее, или в Ханстве даже, по созданию нефтяной промышленности. Армяне, Манташов и так далее, кто были? Армяне, русские, евреи. А все попало в руки азербайджанцев сегодняшних. Так они, продавая это все, доллары, нефтедоллары, вместо того, чтобы народ свой кормить, одевать, обувать, как положено, чтобы они не ехали в Россию тоже, значит, искать рабочие места и жить так в сложных условиях тоже. Нет, он начинает покупать вооружение, оснащается, значит, средствами вооруженной борьбы, чтобы пойти войной против армян. Значит, получается, американцы, Турция, ФРГ или другие страны, которые пользуются энергоресурсами Азербайджана, они содействуют азербайджанскому правительству, руководству в оснащении, в вооружении и в агрессивной деятельности. Содействуют. Хотя если армия в войне начнется, нам-то, армянам-то некуда отступать, кроме этой земли. Это же не великая Советский Союз или Россия, что до Урала или до Волги, до Сталинграда отступали. Нет, это же Армения, там же территория-то чуть-чуть шагнул, уже граница. Поэтому отступать нет, это борьба за смерть, это борьба за жизнь. Поэтому это может произойти такое взаимное вклинение, такие контрнаступления, что Азербайджан вообще прекратит существование. Но я не говорю о том, что все эти энергоресурсы, они будут уничтожены. Ведь у нас тоже имеются ракеты, имеются средства дальнего нападения, реактивной системы залпового огня и так далее. Но не надо думать, что ты умный, а тот дурак. Ну, извини меня. Если мы 92-94 год, значит, одержали победу, когда у тебя 7-миллионный Азербайджан был, и ты был оснащен сильнейшими средствами вооруженной борьбы, лучше, чем Армения, между прочим. И армяне победили, сиди себе и сопи вот этот две дырочки в носу, и получай свои нефтедоллары и торгуй. И надо пропускать даже через Армению трубопроводы. Пожалуйста, никто не тронет. Ну, что ты лезешь войной? Ну, что тебе жить надоело, что ли? Зачем ты лезешь войной?